Разбойное нападение в центре Саратова. В одном из ювелирных магазинов по улице Астраханской произошло ограбление. Буквально через 5 минут после открытия магазина в него вошли двое. За короткий промежуток времени им удалось украсть около 100 золотых цепочек и столько же браслетов. Спустя несколько минут они покинули помещение с ювелирными украшениями. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Ведутся доследственные мероприятия.